и плюс 3% за каждый уровень навыка. Итого 22% в конце. Работает при включенном навыке. Или нет. Хуй знает. Лучше стереть. Пизду. Ваша основная цель – это герои, которые наносят атаку с перемещением. Кэрри с ее вторым навыком, Харит с его вторым навыком и ультой. Да много кого, блядь, подряд, я не знаю, что еще тут сказать. Сразу объясню, я не рекомендую на стандартных магах сборку через пассивку жезла молнии. Нет, не так. Когда вы кастуете первый раз над противником, когда вы применяете навык... Когда вы применяете навык над противником, Минотавр в мете благодаря массовости своих навыков. С них и начнем. Минотавр в мете благодаря массовости своих навыков. С них и начнем. Чу, второй навык. Уменьшили экстра бонус. Уменьшили экстра бонус к урону после рывка. При появлении Светлого Лорда изменяется магическая защита сопровождающей пехоты, то есть крипов. Повышается. Зимний жезл применяете, когда... поймаете какой-либо критический урон. Вот-вот должна схлопнуться ульта Харли, или на вас напрыгнул Хаябуса. Зимний жезл применяете. Призывник Шикигами. Но есть возможность реализовать ее против новичка. До этого убавляли до этого... Да, блять, как сказать? Ранее было 3600. Зионг не поможет. Чтобы вы знали. Сейчас моя жена зашла с указкой. Пригнала бедного кота. Он бежал за указкой для того, чтобы чихнуть и закрыть дверь. Это просто... Это моя семья. Это гениально. Там просто все не в том порядке. План был не такой. Надо было сначала чихнуть, потом запустить испуганного кота. Тебе пишет, будь здорова. Друзья, пусть в новом году у вас все будет мур.